Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, дорогие друзья, всем привет! И тут у нас появилась новость от сайта Phone Arena. Это англоязычный сайт, и он нам сообщает такое. HTC 11 получит изогнутый 2К-экран. Тайваньская компания HTC сейчас переживает не лучшие времена. Она уже не выпускает столько смартфонов, как несколько лет назад. И ряды фанатов сильно поредели. При этом последний флагман HTC оказался вполне конкурентоспособным, получив качественную камеру, одни из лучших на рынке стереодинамики и необычный внешний вид с большими фасками на задней стороне, благодаря чему спутать его с каким-либо другим смартфоном не получится. Теперь же в сети появились первые слухи о следующем флагмане HTC, который может получить изогнутый экран. Как сообщает источник, HTC 11 получит 5,5-дюймовый изогнутый дисплей с разрешением 2К. Также 12-мегапиксельную основную камеру и 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Напомню, что HTC 10 имеет 5,2-дюймовый экран с таким же разрешением, и 12-мегапиксельную основную камеру, и 5-мегапиксельную фронтальную. Что касается изогнутости дисплея, то пока ничего не понятно. Вероятно, мы увидим нечто похожее на то, что делает компания Samsung. Логично предположить, что в этом случае HTC перейдет на использование AMOLED или OLED дисплеев вместо фирменных Super LCD. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.